Как-то кролик Крош захотел сделать что-нибудь полезное для своего домика. Он решил смастерить скамейку, чтобы сидеть на ней с друзьями по вечерам. Он делал ее несколько дней, наконец сделал и покрасил. Рядом с Крошем жил ежик, который часто заходил к нему в гости. Здравствуй, Крош. Крош. А, привет, ежик. Сделал. Ну так, вот, понимаешь, жду, когда высохнет краска. Красивая получилась лавочка. Скорее бы, понимаешь, сесть на нее. Ты какой краской красил? Быстро сохнущей или долго сохнущей? Неизвестно. Да, она, наверное, уже высохла. Нет, понимаешь, не высохла. Наверное, это долго сохнущая краска. Крош не любил ждать. Он привык проводить время с пользой. В принципе, пока краска сохнет, можно сделать еще что-нибудь полезное. У меня, понимаешь, как раз краска осталась. Тебе ничего не надо покрасить. Вроде это... нет. Жаль. А давай тебе покрасим. Нет, вспомнил. Барашу, наверное, нужно что-нибудь покрасить. Ну так, что же ты раньше молчал? Бараш сочинял стихи. Но сегодня стихи никак не хотели сочиняться. Бараш! 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 Не кричите так громко! Вы спугнете мое вдохновение! Что-то я не вижу никакого вдохновения. Наверное, мы его все-таки спугнули. Вдохновение увидеть нельзя. Его можно только почувствовать. А как его можно это почувствовать? Это когда что-то сонное, ленивое, очень тяжелое и неподъемное, как бегемот, становится легким, как облако, и летит. Что-то я запутался. Сначала, понимаешь, вдохновение, теперь бегемот. Чего тут непонятного? Бегемот — это образ, как бы что-то тяжелое, когда ничего не получается. А когда приходит вдохновение, то все получается. Что это у тебя? Краска? Я же говорил, что у бараша всегда найдется, что покрасить. Что это, бараш? Это кое-кто думал, что это стихи. Этот кое-кто, это ты. Какая разница, если стихи не получились? Нет, это мы оставим. Может, покрасить полезное что-то? Сначала закрасим листки из блокнота. О, может получиться неплохой стишок. Надо записать. Но ты же, так сказать, закрасил всю бумагу. Ерунда! Стихи можно писать везде. Хочешь покрасить полезное что-то? Вырви сначала листок из блокнота. И в тишине на листке из блокнота ты не спеша нарисуй скамейку! Не подходит! Нужна рифма, нарисуй бегемота. А что если... Не мешайте, у меня вдохновение. Жизнь бегемота, сплошные заботы. Дом бегемота, пески и болоты. Хочешь покрасить полезное что-то? Что тут решать? Разукрась бегемота. И весь седной от ушей до живота. Будет полезнее он даже с камень. С ним. Он опять выглядит грустным. Наверное, так сказать, вдохновение кончилось. Бараш, ну так ты еще долго собираешься сидеть на дереве? Я не могу слезть. Видимо, он ждет, когда высохнет краска. Нет, я не могу слезть, потому что я боюсь высоты. Ой. Зачем же ты залез туда? Это как-то само собой получилось. Не волнуйся, мы тебя сейчас это снимем. Так сказать, не достать. Надо еще чего-нибудь. Бежим ко мне. Крош, ежик, где вы? Сейчас это снимем. Больше ничего нет.
все уже кончилось. Окрашена. Красивая была скамеечка. Крош, ежик, ну вы же спасли меня от своего друга. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что я все-таки полезнее, чем скамейка. Даже такая красивая. Ну так, бараш, конечно, скамеек я могу сделать сколько угодно. А ты у нас такой, понимаешь, один. Ежик так растрогался, что, чтобы не заплакать от счастья, посмотрел на небо. Смотрите, летит, это бегемот раскрашенный!